Мне надо будет убрать потом. Так, смотри. Мы делаем разборку. Вам понятно? Давайте сейчас еще раз повторим. Сейчас, фуражка. Как она оказалась там, где качается? Нет, он знает. Я знаю. Я пилил сучки и нашел ее там в траве. Это Илюшина. Это Илюшина. Илюшина? Где я не мальчик, да. Самый маленький. Ага, Илюшина, значит, да? Да. Ну, Илюша, он спит еще. Илюша из-за стола выскакивает в туалет. Я узнал за второй раз. За стол больше не садить, сначала в туалет его отправить. У нас не положено. Если он за столом не может есть, это значит переполнено. Зачем ему есть, когда уже самосвал давит вниз? Уже запоры сорваны все. Это не годится. Так, говорят, что неладно. Не разговаривает этот. Тимоша? Тимофей не разговаривал со старшими. Так, почему не отвечаешь старшему, когда он спрашивает? Я не знаю. Что он говорит-то? Я не знаю. Ну громче отвечай так. Ты можешь громче кричать? Я не знаю. Тревога! Кричи! Тревога! Еще! Тревога! Тревога! Вот, дело другое. Коршун летит! Коршун летит! Вот, у нас ребята здесь дежурили, сусликов караулили. Ты можешь говорить. Какой. Так, теперь повторяй за мной. Юрий Богачев, может быть, будет. Перед лагерем зеленый луг. Перед лагерем зеленый луг. На нем пасется черная корова. На нем пасется черная корова. Корова ест зеленую траву. Корова ест зеленую траву. Пьет свежую воду. Пьет свежую воду. И получится у ней белое молоко. И получится у ней белое молоко. А из этого сделают сливки желтые. А из этого сделают сливки. Вот, желтоватое. А потом настоящее желтое масло сливочное. А потом настоящее желтое масло. Прекрасно. Так, вчера кто-то просился пасти. Кто просился? Мы двое. Так, ребята, кто просился пасти коров? Если пасет мальчик, я их сегодня отпущу. А вам коров? Так, смотрите, что нужно будет. Вам как вот обуты, так и держите. Но там можете разуваться, обувь не потерять. Всем приготовить сетки. Мы тоже пасти хотели. Нет, девочкам нельзя. Девочки пойдут пасти, когда пойдет девочка пасти. А сейчас пасет девочка. Девочка пасет? Да. Девочка. Сегодня Глушковы пасут. А кто? Сегодня Глушковы пасут. Глушковы? Надо спросить разрешение, примут они вас или нет. Надо а разрешение пастуха. А сегодня не будет, он уехал. Так, назад. Он еще не так, отсюда. Ты пасти хочешь? Почему? Ты же сказал, корова пасется на лугу, а ты-то не пасешься. И молока не видишь, как делается. Ты наоборот проси, скажи, я хочу, вот я пастух. Я хочу. У меня отец 40 лет пас. Фуражку не доедай. Вон они. Вон. Давай сейчас спросим. Пойдемте. Корова пасется на лугу. Она ест зеленую траву. Из травы получается молоко. Вот ведет, не повторяйте. Верни. Вот она рядом встанет. А кто пасет здесь? Девочка. Какая девочка? Как звать? Не знаю. Маша. Какая Маша? Так, стань рядом, вперед меня-то зачем залазите? Вперед меня, не залазь, я сказал. Ксюша. Вперед, батька. Кто, как звать ее? Юля. Юля, давайте закричим. Доброе утро, Юля. Доброе утро, Юля. Потом подойди к нам, мы с тобой поговорим. Юля. Смотри, какие хорошие девочки у нас. Юля, иди сюда. Поговорить надо. Так, кто мешал-то? Ты поперед батьке в пекло не лез. Сейчас мы попросим ее подойти сюда. Стойте здесь. Девочки, которые хотели пасти со мной, подойдите. Юля, подойди на минуточку сюда. Стойте. Девочки. Они сказали, чтобы подойти, кто хочет пасти. Дело вот в чем, что у нас мальчики просят опастись, а мы их с мальчиком отправляем, а девочек с девочками. Ты возьмешь их с собой попасти? Она старшая, скажет, где так заворачивать, чтобы заворачивали и прочее. Да мне больше нравится что одной пасти. Говорит, нравится одной пасти. Нравится одной, ну хоть один раз-то разрешим до обеда. Но я буду их угонять очень далеко. Погоди, не слышу еще. Говорит, буду угонять очень далеко. Ну и пускай они сходят, они узнают, что такое поле, они же ничего не знают. А ну, ты главное. Одного только. А? Так, сколько? Четыре. Вот они просто с тобой рядом будут. Где-то мне цветочек понюхают, где-то что-то сорвут. Говорит, много не надо, одного возьму. О, нет, одного. Ну, а эти-то они плакать будут у меня. Ну возьми, пожалуйста. Ну потом с другими немного никак. А. Говорит, потом с другими, много никак. Никак. Одного? Ну одного-то двух это возьми. Мы по одному не они отпускаем. Они все помогать будут.
Они помочь. Ну выбери, и выбери. Показать, они тебе помогать будут. Они помогать тебе только команды скажут. Заверни, поучи, заворачивай. А тут ты одна будешь бегать, они будут помогать. Ну я буду читать, они пусть тогда заворачивают. Это же здорово как. Когда они рассыпятся, теленка всех, подогнать, Юля, они у меня все делают. Уже весело будет. А? Нет, я говорю, возьми двух. Всех. Возьми четыре, они не будут так кричать. Сказала, только двух. Ну двоих выбирай, каких? Ну, вот этих, да? И вот этих. Так, все. Они тебя сейчас позавтракают и ты нагонят. Спаси, Христос. Ну я вон туда и уже погоню. А то мальчик будет пасти. Так левенные. Тебя колебнут, и ты улетишь. Вот так стоит. Афим из города еще не приехал. Афим из города не приехал. Вон все не будет другие. Терентик кто-то там этот. Ерема. А что сказать будет суббота? Вот двое пойдете. Таких двух девочек сопроводить надо будет. Один мальчик из стада. Давай. Встаньте прямо. Так, фуражка у тебя, смотри, ты опять козырьком накрылся. Во-первых, надевать не надо. Так, там, если кто-то выйдет без фуражки, один горящий. Горящий, значит, по теплому месту крапивой. Повторите. Если без головного убора выйдешь за стан, один горящий. Вот и думай. Так, если одежду кто-то забыл за стан, мы сейчас обедаем, а стан это вот где ограда. Пилить это уже за станом. Это означает, сядем за стол, и ты эту одежду возьмешь, и три раза вокруг будешь бежать и махать вот так одеждой и кричать, я забываю одежду за станом. Слышали? Да. Сейчас глаз прижуряешь, солнца нету. Видишь, а ты оговаривался, оговариваться не надо. Тебе это везде будут делать замечания. А в армии бить за это будут. Встать прямо только, не выламывайте. Ноги вместе, колени вот так не поджимайте. Вы, может, солдаты будущие будете. Вы поняли, нет? Да. Теперь, как только вот вы попилили тут что, ударили, руки помыли, да, одежду свою берите, каждый иди к своей келье. Заходить не надо, открой и брось. Где внизу спишь, вверх, просто брось ее туда. За станом одежды, чтобы не было. Дежурный, перед тем, как только мы сядем за стол, быстро оббеги вокруг и одежду всю собери, обувь, одежду, и принеси, мы поймем, чья одежда. И они будут бежать. Пока ты бегаешь, все обедают. Иногда ты прибежишь к компоту только. Слышал? А тут сгодится. Родители жалуются на вас. Теряют вещи, по футболу поиграл, пришел, и книжек нету, сумку забыл. А сумка вместо ворот у него лежала. Ну? Кому родители звонят, это означает, они очень-очень беспокоятся о вас. Они знают, вы никакие. А тебя не звонят. А Ване не звонят. Почему? Они знают, что у них все нормально. И об этих девочках звонить не будут. Звонят о тех, которые еще не приспособлены. Скажи, я быстро акклиматизируюсь. Посмотри, вчера делали печку. Сегодня сейчас замазывает, еще маленько, глаз не зажмуряет. Я сказал, ровно ноги, поставь прямо. Ты не напряженный, как-то раструпанный как. Так, Ваня, выйди сюда. Не ты, тот Ваня. Второй. Ваня большой, Ваня маленький. Стоять нужно как положено, ровно. Так, ты живешь в городе? В поселке. Ну так. Ты знаешь, что город ни на асфальте ни яблоки не растут, ни пшеница, ни булочки. Это все здесь. Так. Поэтому городу гордиться нечем, особенно сегодня, когда производство оставлено, только торгуют, воруют друг у друга. Одни воруют, а за другими милиция гоняется, и все машины едут. Одни убегают, другие догоняют. Ободрись. Виду не показывай, когда тебе скучно или еще. Ты мальчик. Мы можем плакать только о погибших товарищах на фронте. Больше нигде, о памяти их, что загубили такую страну. Такую страну, которой никогда ни в одном веке, в тысячелетии не было ни у кого такой богатой страны. Что с ней сделали? Громадная помойка. Так, второй, выйди сюда. Так, быстренько выйди сюда, Арсений. Так, скажи, о чем печалишься? Не надо, вот платочек где у тебя? Вытащи, платочка мутрис. Что случилось, потерял что-то? Что, домой охота? Ну, я знаю. Домой охота. Сколько тебе лет? 11. 11 лет ты просидел дома. Ты посмотри на лица ребят, посмотри, какие они веселые. Ну, любое, глянь. Они только приехали. И ты второй день слезы льешь. За чего? Что тебе? Не кормят тебя? Работы не дают тебе? Ты еще не узнал ничего, что здесь будет.
Мы будем ходить за ягоды, отдельные березы, где будут лазить. Тебе ничего не надо? Ты в компьютерные игры играл? Да. Играл. Вот этот сатана тебя и душит. Компьютерные игры — это беснование, это демон. Их придумал дьявол. Играл. О чем плачешь, сам не знаешь. Вот, потому что ты как припадочный делаешься, то разве это можно так? Ну посмотри, ребят, вот этот приехал тоже зацикленный. Компьютерные игры играл? Играл, вот он уже все, он отжил. Выйди сюда. Заметно его сразу. Ну посмотри на них. Ну. Так, Тараси, играл компьютерные игры? Нет, посмотри, он не играл. Вань, это ты, Нестор, играл? Нет. Нет. Посмотри. Ну да иди сюда, оба, выйдите сюда. Рядом встаньте. Ноги, я сказал, так не поджимай, вот так. Стой напряженно. Что ты какой-то расклюпанный? Вот так, стой на вытяжку. Посмотри. Вот в Америке так. Не слушается. Родители сообщают. Полиция приезжает и ребенка забирает и в тюрьму садят. В тюрьму на один месяц. А советский приехал и решил с ними повидаться. Ну вышел вот такой вот здоровый парень. Сколько тебе лет? 14. 14. Он спрашивает, а сколько тебе лет? How old are you? Тут саду. 14, сэр. Вот так стоит. А почему ты оказался здесь? Сэр, родители не слушался. А почему? Потому что балбес, сэр. И опять щелкнул каблуками. Он в тюрьме находится, в тюрьме. Родители отдали его на выучку. По-другому нельзя, из него человека сделают. А ты вот стоишь, вот весь и падаешь, и вот так вот сидеть. Это на горшке сидят в туалете. Это наркоманы, у них ноги подкошенные. Как только ты присел, я понимаю, наркотик. Компьютер не забыть, чтобы я больше слез не видел. Нашел о чем плакать. Что со старой греховной жизнью не можешь остаться. Ты скажи, вот мне дали родители месяц. Я буду стараться выйти другим. Рукавами больше не утирайся, платочком. Мы, смотрите, сколько уже узнали. За станом вещи не оставлять. Ты уже ничего нигде не забудешь. Работать знаешь. Вот Вань, опять нога у тебя, видишь, как подкашивается. Ваня, он сам не понимает еще, но я позвал, он все выполняет работу. Совершенно нормальный парень. Но он не понимает, сучковатый. Я говорю, вокруг неси, он тащит, прет двери, двери, человек, человек. Гляжу, повара захватил за собой, потащил. Но, Вань, я просто тебе показываю. Ты... Было, я тебя остановил. А потом ты сделал как следует. Потом сучки довести до конца. И граблями, чтобы зарихтовано было. Дядя Володя сидит в печи. Сейчас один час после обеда. Порядок такой, как только пообедали, заметьте. Паша, после завтрака, обеда и ужина, 7 минут, 7. Глухонемые говорят вот так, вот 7. 5 и 2, 7. 7 минут не выходить за ограду. Можешь сидеть, разговаривать, не баловаться, ничего. Можешь посчитать 7 минут, 7. После этого 15 минут вам принадлежит. 15 минут можете качаться, играть, но не надо переворачиваться, потому что у вас пища, заворот кишок может быть. После этого надо работу. Где-то мой свисток, не знаю. Поработали 45 минут, 15 минут играют. Когда играть, в это время в туалет ходить, в это время напиться. До завтрака пить нельзя. До завтрака садиться на скамейку нельзя. Давайте повторим. До завтрака пить воду нельзя. У вас желудок должен быть для пищи готовый, а не водой заполненный. До завтрака садиться нельзя нигде. До завтрака садиться нельзя нигде. Все, это вам очень полезно будет в жизни. Дальше. Как только ударили в колокол, вы воду не понимаете лить. И вода поднимет, а вода течет. Это не кран. То надо вот так вот, в рожок ударил, вода теперь хорошо, хорошо протер. Второй раз ударил, смыл. Третий раз ополоснул, все. Мыло не надо утром брать. Мыло нужно там, где мазутно или что-то. Вот она мала, и уже вся рука вот так вот, а просто не мы. Половину стирает. А кто это делает? Вот. И вот выворачивает, выворачивает. Его научили. Оно мокрое, оно просто слоем у него вокруг. Он не может смыть теперь ее. Не трогать. У каждого свое полотенце. Чужим полотенцем не пользоваться. Чужим полотенцем не пользоваться. Повторим. Чужим полотенцем не пользоваться. Чужую фуражку, платок не брать. Чужую фуражку, платок не брать. Чужую обувь не надевать. Чужую обувь не надевать. О. Почему? Потому что зараза к тебе может прильнуть. Да. Это нельзя никак. Так, платочки показать. Платочки показать, а не фуражку.
Так. А что ты там искала? Карман, Володя, в карман положи. Только в карман своего платья. Так пришить, у нее кармана нету. Пришить карманы. Не важно, красиво, некрасиво. А то как лебедь. Знаете сказку такую? Да. Волшебница, она как рукавом махнула, леди и поплыли. А другая-то хотела подражать, а ложит туда кости-то, и кости чуть глаза не выбила. Есть много очень полезного. Вы знаете, есть такая сказка про морозку. Старый Дед Мороз и молодой Мороз. Но они стали делить. Куда? Кому пойти? А молодой-то? А я вот этот плохо одетый крестьянин, на крестьянина. Ну, а тут, говорит, иди. Он как крестьянин-то подошел, начал, что-то холодно, ну давай работать, рубить. Жарко стало, он с себя все скинул, давай. Он умаялся и не мог его заморозить. А мороз-то настоящий, так барин, он в шубе едет, он гнется, он забрался под шубу и сковывает его. Это сказка. Когда ты работаешь, тебя ни комаров не будет. А комары-то садятся, что я работаю, машу руками, ничего не будет. У нас есть она, можно показать потом им. А? У нас она есть, можно показать им потом. Да, ну можно показать. Так, сейчас позавтракаем. Первый поели, поднимите второе. Второе залезать. Второе залезать. И чашку показать, чтобы дно видел дежурный. За край стола, вот край стола, поставь вертикально, перпендикуляр, чтобы туда не падать. Слушай внимательно, у тебя все нарушение на сплошняком идет. То есть вы никого не видите, вам нужен телевизор. Он не нужен вам совсем. Вы не умеете им пользоваться. Вопросы? Нету, за стол. Сейчас тетя Люба идет, как только она будет заходить, внимательно, мы все встанем и скажем: «Доброе утро, тетя Люба!» Слышал? Да. А здесь, когда мы говорим: «Россия должна встать!» На меня внимательно смотрите. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Отвечайте: «Аминь». Аминь. Давайте. Россия должна встать! Россия – это мы! Во славу Божию! Садись. Сейчас, как только она будет подходить, эта Люба, мы ее поприветствуем. Она нам много дает всего. Она очень добрая. Так, внимательно, сейчас она подходит. И как только будет уже вот сюда, к воротам подходить, мы сразу ее поприветствуем. Вы не бойтесь комара. Комара-то не будет. Ну, сядь прямо место. Так, внимание. Что сделаешь, комары? Поднимаемся. Доброе утро, тетя Люба! Спаси Христос, я хотела вас опередить. Ну, да, я тут небольшой гостинчик вам принесла. Спаси Христос. Так, идите. Видите, как у нас все хорошо. Локти не ложить на стол. Не надо махать, ешь. Лишний комар – это лишние белки. Хорошо пережевывайте. Не сидите. Ладно, все. Вот к этому столбушку не прислоняться, я его привяжу. Вы привязаны будете к нему. Не задевать его. Нынче много дождей, много комаров. Еще не полезли. И зелень. Где же она меня?